Грузовик с подготовленным горячим асфальтом, бригада из 8 человек, катки и сам асфальтоукладчик. Все это составляющие для успешной работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Специалисты приступили к этому виду работы на улице Алма-Атинской. Ее приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Укладывают, как и везде, асфальт категории «Щема-А16». Он обладает высокими показателями прочности, влага и термоустойчивости. Данная смесь является одной из новейших разработок в нашей стране. И основное положительное свойство – это удобоукладываемость и прочностные характеристики, которые позволяют гарантировать качество пунктоработы на протяжении 5 лет. Предварительно подрядчики выполнили фрезерование старого асфальта, которое позволило ликвидировать большую часть неровностей. На некоторых участках, особенно там, где дорога пересекает трамвайные пути, дополнительно уложат выравнивающий слой, чтобы не было перепада высот. Само трамвайное межпутье тоже приведут в порядок, как и тротуары. Пешеходные зоны тоже начали обновлять. На каждом этапе качество работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Контроль ведется у нас практически круглосуточно. У нас есть технический надзор в лице организации МБУ «Дорожное хозяйство». Там есть все специалисты, необходимые для проведения этих мероприятий. Также существует лабораторный контроль, поэтому при сдаче, при приемке работ по улице Алма-Атинска также будем отбирать пробы, будем проверять качество, и по результатам уже отбора проб и замеров будем принимать решение о приемке или не о приемке данной улицы. Местные жители также внимательно следят за ходом ремонта. Улица является очень популярным маршрутом. Она ведет и к жилым домам, и к предприятиям, и к учебным заведениям. Также горожане по ней часто выезжают за город, на дачи. Поэтому и ждут, когда ремонт будет закончен. Вечером идешь одно, утром идешь уже совершенно другое. Сдвиги есть, кладка идет, асфальта. Конечно, ждем с нетерпением, чтобы ездить по хорошим, доброкачественным дорогам. Полностью уложить верхний слой асфальта при благоприятной погоде планируют за 4 ночные смены, после чего дорогу отдадут под процедуру приемки. И если все будет выполнено качественно, то начнут наносить разметку на обновленное полотно дороги. Всего же в Самаре в этом году выполнено 60% работ, запланированных на этот год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.